Всем привет! Сегодня будем с вами лепить бананы из полимерной глины. Для начала скатаем длинный жгутик. Поделим его на две части. И разрезаем еще на 5 частей. Ничего страшного, если один жгутик немножко больше другого получается. Бананы тоже не идеальные все по своему размеру. Каждому жгутику лопаткой придаю квадратную форму, характерную банану. Вытягиваю хвостик и заостряю носик. Для того, чтобы придать более естественный вид банану, я взяла сухую художественную пастель. Лезвием слегка натираю сначала зеленый цвет и растушевываю его у основания банана и у хвостика. Делаем все то же самое с остальными бананами. Теперь я взяла коричневую пастель, смешала ее немного с черной и добавила воды для более ярко выраженного цвета. И проработала уголки банана, создавая небольшие потертости. Вот такая вот красота у нас с вами получилась. Теперь мы все бананы соединяем между собой. Скрепливаем хвостики. Сначала берем самые длинные бананы. Можно оставить гроздь из 3 бананов, тоже очень красиво. Я решила сделать из 5. Вот такие вот замечательные мини-бананы у нас сегодня с вами получились. Большое спасибо всем за просмотр. Не забывайте подписываться на канал.